Партия коммунистов не примет участия в выборах главы государства. Решение было принято на заседании Исполнительного комитета Политического совета партии. Лидер ПКРМ Владимир Воронин заявил, что возглавляемое им политформирование считает незаконными выборы, которые состоятся 30 октября. Что же касается кандидатов, которые уже заявили о своем намерении баллотироваться на президентских выборах, Владимир Воронин сказал: «Не дай бог, чтобы кто-то из них стал президентом». О том, что ПКРМ не будет участвовать в предстоящих выборах, лидер формирования заявил еще на прошлой неделе в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Мы очень долго обсуждаем в партии один вопрос. Можем ли мы участвовать в выборах по чужим правилам? Можем ли мы согласиться с тем, что сделали с Конституцией 4 марта? Можем ли мы по этим чужим правилам, по этой драконовски измененной Конституции, заполучить легитимного президента, того, который сможет, так сказать, объединить то, что мы обсуждали до сих пор, наше раздразненное молдавское общество, тот, который сможет развить, дать направление, толчок, импульс. Получим ли мы? Тем более последние данные, что мы получаем из Центра избиркома, еще откуда, что количество избирателей превышает количество людей, граждан Молдовы. А мы знаем, что избирательное право принадлежит человеку только лишь после 18 лет. А здесь на 500 000 избирателей больше, чем граждан в стране. Я уже не говорю о том беспределе, который будет делаться с голосованием за пределами нашей страны, где якобы работает огромное количество молдаван. Поэтому мы будем очень серьезно обсуждать эту тему на пленуме ЦК и будем искать ответ на этот вопрос. Не собираемся мы ложиться ни под кого и ни под что.